дорогие друзья, здесь Вася Обломов. И первая песня про работу. Она называется «Корпоративная». Села батарейка, у него последнее деление. Это значит, что в самое ближайшее время, вот прям, я думаю, что в момент, когда я сейчас разговариваю в микрофоне, звук исчезнет, и я потеряю свой... Я сделаю то, что сделали наши все граждане нашей Российской Федерации на предыдущих выборах. Я потеряю голос. Мы ждем. Нам очень это нужно сделать, потому что в случае, если я начну исполнять песню, и там есть две пальчиковые батарейки, друзья. Какой стыд. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, пока мы здесь собрались. Видите, мы сегодня украсили клуб 16 тонн к нашему выступлению такими уютными. Мы единственные артисты в своем роде, которые выступают в уюте.
А еще я хочу... Это новый, да? Волос отбирают! Ой, Вася! Вася! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А еще я хочу вам сказать, что я представляю, сегодня со мной играет прекрасный человек, барабанщик, и вообще вы увидите многие его умения. Вы подготовили веселую программу. Мы обязательно. Да, вернулся? Он жив. Раз, два, три. Отлично. Мы подготовили веселую программу. Раз уж я сделал паузу, я. Спасибо. Я хочу рассказать, что случится в российской музыкальной жизни в ближайшее какое-то время. Ну, кто-нибудь знает, что такое господин хороший? Да! Да или нет? Да! Это был проект, в котором я сочинял песни на злобу дня. 27 апреля, августа. 27 августа все ломки Вася Облома, все номера, которые я сочинял, приведенные в божеский вид, выйдут на CD, выйдут в iTunes, выйдут бесплатно на торрентах, на сайте vasyablomov.ru и так далее. Будет пластинка, целая пластинка для любителей творчества Вася Облома. Это не то чтобы прямо альбом, но я вчера послушал, получилось классно. Часть из этих песен мы сегодня исполним. Это было объявление. А дальше мы, я так понимаю, с моим маленьким другом можем продолжить концерт. Песня называется «Письмо счастья». Кайфов, 4G, мощная Руси, поселок жизнь. Ну что, перенай?
Я целый день ждал лет.